Крылова призналась, за что не смогла простить Табакова. Российская актриса Людмила Крылова рассказала, что до сих пор не простила бывшему мужу Олегу Табакову. В среду 2 октября Людмиле Крыловой исполнилось уже 81. За годы жизни она пережила немало печальных событий, но в беседах с журналистами не раз утверждала, что благодарна за эту жизнь. Звезда в юности была большой поклонницей актера Олега Табакова, роман с которым начал стремительно развиваться в начале 60-х. Тогда и состоялась долгожданная встреча пары. Табаков и Крылова вместе сыграли в картине «Молодо-зелёный», и уже в первую ночь после знакомства они подались пылким чувствам. Олег Табаков и Людмила Крылова расписались в ЗАГСе в 1960 году. А в течение этого брака актрисе не раз приходилось закрывать глаза на загулы супруга. Каждый в театре знал, что Табаков изменяет возлюбленной с Мариной Зудиной. Именно ей доставались самые интересные роли в театре, пока Крылова постепенно уходила в тень. В 2008 она совершенно пропала с телеэкранов. Как призналась ранее Людмила Крылова, именно предательство она не смогла простить до сих пор. «Понимаете, я не люблю предательство. Предательство – это очень емкое слово. Оно не подразумевает даже измену. Нет, предательство гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то. А со мной случилось то, что должно было случиться. От разводов никто не застрахован», – рассказала Крылова.